Всем привет! С вами Наташа. Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас церковный праздник. Сретение Господне. Но раньше бабушка называла громницы. Я вот быстренько прибежала с телефоном, чтобы заснять, что солнышко появляется. И, кстати, оно то исчезает, то появляется. Небо стоит такое голубое. Уже настроение на то, что все-таки зима это когда-нибудь кончится. Короче, сегодня громницы, это как бабушка говорила. Она приносила нам такую толстую, помню, свечку с церкви. На ней много было дна. У меня этих свечек много. Вот, и этой свечкой обходили по всему дому. Вот солнышко, вообще обалдеть. Обходили по всему дому, крестили комнаты. Вот, выжигали кресты на откосах в дверях. И говорит, давай кресты не выжигай. Я говорю, добре. Ну и обсмаливали, как сказать, обсмаливали. Вот маленькую прядку волос брали, и в форме креста вот сначала, как крестишься, так вот и волосы. Сначала на лбу, потом на затылке и по вискам. Делали в форме креста. Это так для того, чтобы не бояться грома. Ну, это мне так бабушка делала, поэтому я вам и рассказываю. Вот, поэтому и называлась громницы. Так что сегодня день, смотрите, замечательный. А я встала, меня ждали пустые тарелки. Утром дети доели торт. Я вчера маленький кусочек попробовала. Ну, видимо, он был очень вкусный. Но бисквит у меня всегда вкусный. Так что торт доели. Вот столько осталось картошки, я сейчас поджарю ее. Может, с яйцом сделаю. Вот пару колбасок. Вот остатки мяса по-французски. И вот столько шубы. Так что у меня сегодня опять готовка. Вчера застелила новую клееночку. Но она, видите, белая. И на ней все видно, каждое пятнышко. Надеюсь, она подольше прослужит. Но натираю и натираю, хожу. Там где-то капнули компота, там чая. Ну, она такая веселенькая, пестренькая. Мне сказали, Наташа, почему ты на стол застелила клеенку, а не скатерть? Ну, клеенка вчера первый раз застелилась, она как новая, воспринималась сразу празднично, не то, что это каждодневная. Вот, Игорь вообще в шоке был, говорит, ты прям как на день рождения устроила. Ну, что, надо себе устраивать хоть какие-то праздники. Ну, есть повод, почему не сесть, не покушать всем. Ну, это ж очень здорово. Так что, даже как мне писали, православные его не празднуют. Ну, считаем так, что мы не католический праздник праздновали, а просто день любви. Вот так, да? Я их люблю всех, не только Игоря, всю свою семью, а не меня. Поэтому мы посидели, и скатерть такая вот с сердечками. Я говорю, давай застелим. Я говорю, какие сердечки. Так что посидели, признались друг другу в любви, что друга любим. Я говорю, почаще бы так за столом мы сидели. Это здорово. Сидишь, любуешься, что детки растут, что они уже большие. Надо ловить момент, скоро улетят из гнездышка. Уже мало чего осталось. Так что надо наслаждаться нашим обществом совместным. А в зале сейчас так тепло, солнышко греет. Я, наверное, сама эту елку разберу. Обычно у меня дети наряжали елку и ее разбирали. Вот. А в этом году что-то, ну, еще такого года у нас не было, мне пишут. Еще такого не видела, чтобы в феврале елка стояла. Ну, и я тоже не помню, что такой год у нас был. Что-то Даша, ой, видите, фокусирую, исчезает. Даша, уроков очень много. Она говорит, мам, мне некогда, и я делаю уроки наперед. Машенька мне помогала. Ну, и Машеньке здесь, это ж высоко на эту елку, не дай бог, еще перевернет. Поэтому пока дети в школе, я сейчас позавтракаю, картошечку вот эту поджарю. А себе, наверное, завтрак сделаю омлет с сыром. Мне не хочется жареной картошки. Я просто ее пережарю, сделаю так, чтобы когда дети придут, уже картошка была, они с мясом этим по-французски доедят. Вот чай заварю. Вот опять фокусировка исчезла. Вот, а себе сделаю омлет в кружке микроволновки с сыром. И, наверное, кофе. И разберу эту елочку. Вот, чтобы она уже не стояла. А Даша говорит, мама, мне еще окна мыть, которые я разрисовывала. Я говорю, да. Игорь говорит, пускай когда потеплеет, а то ее продует. Я говорю, что ее продует? О, она, говорю, дома, что ее будут продувать. Так что сегодня вот фокусируется. Видите, против солнца снимаю. Так что сегодня елочку я попробую сама разобрать. Я думаю, это ненадолго. Вот, тем более, что сегодня праздник, ничего такого делать нельзя, поэтому займусь елочкой. Вот и вам котика немножко покажу.
Ох и вредная, слушайте, захожу на кухню, у меня эти баночки и стаканчики из-под сметаны. И я внизу, у меня такие полочки внизу, в тумбочке. И я туда внизу ложу, на солнышко, на солнышко. Ложу, и такая захожу на кухню, а она когда, ну, никто ее не покормил, ни до кого не дозвалась, она берет зубами и эти стаканы по всей кухне раскидывает. Захожу, смотрю, стаканы раскиданы, хотя ж накормлена, накормлена, вот ей надо, чтобы мягкий корм. Я вот сейчас говорю, потому что у тебя корм сухой лежит. И она такая на меня смотрит, подходит, я эти уже стаканы собрала, подходит, опять зубами берет эти стаканы. Хопа, так головой бросает, капец. Я говорю, не хулиганить. Она прижала хвост, уши, села возле миски. Вот выдавила ей мягкий корм. Она пошла покушала. Ну, кошка с характером. Главное ее не гладить, когда она к тебе подходит. Вот она подошла, легла возле тебя. Если ты ее погладишь, она уйдет. А уже когда она разоспится, разомлеется, тогда уже можешь гладить, что хочешь делать. Ну, к каждому существу привыкаешь. Так что она уже у нас любимица. Хоть и с характером. Да, Мирта. Кошка с характером. Интересная. Все, пойду сейчас завтракать. Прям не хочется с комнаты уходить. Слушайте, солнышко. Так хорошо. Обалдеть. Уже хочется тепла. Ну, такая картошечка получилась. Сюда парцимханную колбасу. Здесь два кусочка у меня курицы еще с запеченной картошки осталось. И все, яйцо решила сюда не убивать. У меня Даша яйцо не любит в картошке. Так что поджарила так для корочек. Посолила. И колбаска придает и вкус, и запах. Обалдеть. На улице солнце жарит крышу. И так одна в доме, и раз что-то такое падает, то вспоминаешь, это снег с крыши тает и падает. Все, картошку приготовила. Так, чаек заварила с лимончиком и поставила на эту, на подставочку. Потому что здесь ножки, какая-то тонкая все-таки клеенка, ножки вот эти с подставки прилипают. Боюсь, чтобы дырок не сделать, а так хорошо. Так, здесь Игорь подоставал молоко. Сейчас я его в кастрюлю солью. Это будет на творог. Еще не скисло. Это будет творог. Баночки помою. Так, думала, сейчас сделаю омлет себе. Погружной блендер у меня сдох. Вот эта штучка. Все, она, во-первых, там, наверное, еда попадала, что сейчас даже не могу, еле-еле прокручивается. Здесь вот все раздолбанное. Короче, оно не может крутить. Все, эта фигня сдохла. Я залезла сюда. Думаю, может, вот этим венчиком. Достала стакан новенький. Он меня, слушайте, я коробкой его задеваю, он отсюда падает на плитку и в дребезги. Ну, не то, что в дребезги, он не стеклянный, он лопнул. Лопнул, пополам мусорку выбросила. Думаю, вообще весело, только достала. Ну, обычно вот эта вот штучка я еще раньше пользовалась. Вот я ее достала, уже ей взбила. Ну, вроде нормально. Просто она такая большая, каждый раз ее мыть. Погружной, конечно, лучше. Можешь и суп горячий погрузить. Я специально брала, чтобы горячий железный был. Чтобы можно было суп-пюре сделать, и все. Он меня выручал. И майонез делать хорошо. Ну, я и в таком стакане майонез делаю, тоже неплохо. Просто что надо весь стакан отмыть, а удобнее, конечно, погружным. И я такая думаю, боже, ну, Игорю говорю, смотри, опять сгорела вот эта штучка. И я сейчас залезла в тумбочку у себя на кухне, и смотрите, сколько я нашла коробок. Вот это все у меня блендеры. И все брала из вот этих вот погружных. Тут железный. И везде или шестеренка в этих вот, когда вставляешь, разъедается. Или там, где ножик, вот эта фигня. Короче, это слабое у них место. И понабирала. Еще мне нравилось, не помню, вот это или это, наверное, Марта. Нравилось драники тереть. Тоже в самом вот этом вот стерлась шестеренка. Сейчас покажу. Да, вот, видите, все разъела. Пластмассу вот эту всю. Не годится она для того, чтобы тереть. И все, и уже лежит. Лежит. Куда она? Не, она уже, получается, не рабочая. Сама эта штука, которая крутит. Все, вот это сломала. Все, она выброс. Ну и выбросить жалко. Здесь как бы для дома, для хозяйства.
Я так сразу себе думаю, тут же диски есть, какие-то запчасти. Может пригодиться, вот сами вот эти диски, может куда-нибудь приспособить, что-нибудь крошить. И такая вот плюшки, хотя это надо выбросить. В этом такая же ерунда. Здесь, правда, нету для терок, но здесь, вот, они есть тоже, тоже есть терка. Тоже что у меня тут? Тоже, вот видите, вот это все в середине развалилось. И, наверное, сам механизм. Механизм, ну, еще вроде ничего. Вот это, наверное, развалилось. Я не знаю, почему, наверное. Сейчас даже проверю. Если оно лежит, уже все. Все развалено. Ну, тут как такое делать? Не закрыто ничего, не резинками. Ну, вообще. Короче, расстроилась. Сделала сейчас, взбила омлет вот этой штучкой. Я ее уже здесь и поставила. Эту насадку погружной положу на место. Ну, она мне уже не нужна. Венчик, что он есть, что его нету. Такое пародия на венчик. Он мне когда принес, я говорю, Игорь, такое оно все хлюпкое. Такая вот ерундовина. Короче, я взяла, оно просто даже желток не разбило. Оно между этими вот гоняет его и все. Так что и стакан разбился. Думаю, ладно, разбился, так разбился. Пластиковый. Все, сейчас эту штучку туда положу. А это вот скажу, я говорю, или выбрасывай, или в гараж ставь. А что его в гараже ставить? Выбрасывать надо. Не знаю. Жалко, столько денег вот на эти. Уже лучше тогда один погружной купить, раз я им пользуюсь, и все. Ну, оно как бы всегда завлекающаяся цена. И как раз сейчас к 8 марта чувствую, мне подарят что-нибудь такое опять. Это коробка за коробкой складируется. Ну что, вот эта штучка работает. Хоть здесь вот это и это крутится. Может, Игорю дать, чтобы он припаял вот здесь. Сам блендер работает. Я уже закрутила, промыла его. А вспомнила, что полетело. Вот здесь вот, когда я лук там или еще что-то дробила, вот здесь шестеренка полетела. В этой вот части. Поэтому он мне купил новый. А здесь-то уже, да, без вариантов. Здесь сама штучка вот эта пластиковая развалилась. Это уже точно в этот подвал. Не подвал этот, в гараж. Ну или на мусорку. А здесь пока... Пока пускай, наверное, это лежит. Это уже все равно тоже нерабочее. Вот это. Миксер мне не нужен. Ну, мало ли. Миксеры в этом есть. В Редмонте. Венчики. Но они все слабые. Короче, вот это рабочее. Эту поставила, если что, лук покрошить. Хотя, чтобы лишний раз не мыть, я лучше руками порежу. Ничего такого глобального, большого я не делаю, чтобы не... Это мазать это все. Не хочется каждый раз мыть, вытирать, сушить. Поэтому на досочке порезала и все. А блендер, конечно, это вещь для меня незаменимая. Придет Игорь, наверное, скажу, вот здесь прихватил. Но вот здесь отошло и крутится, еда туда может заходить. А так закрутила, хоть там прокладки в середине нету, но она хорошо закручивается. Ну и здесь вроде ничего, промыла все. Вроде крутится, крутится. Ну, уже рада, что нашла из двух одну. Так, ну вот, сбила два яйца с молоком. Такой же объем, как яиц, только молока. И кусочками вот сыр порезала. Сейчас на 5 минуток микроволновку. Сейчас 2 часа, у меня только завтрак. Пока все прибрала, помыла. И вот и время прошло. Ну все, 6 минуток, и омлетик мой готов. Он пышный получается, очень сочный. Вот какой. Сыр тянется. Я люблю такой. Все, сейчас у меня, считай, уже обед. Хотя это завтрак. Чаечка налила, и сейчас покушаю. Смотрите, какой. Думаю, покажу. Обалденный. Пористый, нежный и сочный. Кто любит более такой сливочный вкус, можете еще кусочек масла сливочного положить. Ну все, навела порядок. Вот у меня так орхидея разрослась на окне, что тюль невозможно было закрыть. Переставила сюда на стол. Вот. Все пропылесосили. Там, где елка качалку поставила. Видите, тюль закрыла. Один цветок вьющийся остался на окошке. И все. Вот такой порядочек.
Все, Люба, дорого посмотреть. Насчет дивана, у меня часто спрашивают. Это Ами мебель. Но мы часто на нем не пользуемся им. Здесь больше Игорь проводит время, смотрит телевизор. Я тут за компьютером сижу. Меня все устраивает. Некоторые пишут, что попроваливался. Но когда Антон здесь спал, то во второй половинке вот здесь вот немножко прогнулось. А так все хорошо. Диваном довольна. Тут ниша для подушек внизу. А здесь он так выдвигается, не раскладывается, а просто выдвигается. И спинки опускаются, подушки ставятся. Все, диван большой, удобный. Всей семьей можно лежать, телевизор смотреть. Так что все, порядочек навела. Елку убрала. Всех посмолила, пришли. По дому прошлась. Все, сегодня у меня миссия моя выполнена. Пойду для вас монтировать видео. Всем всего хорошего, здоровья, всех с праздничком. Всем пока.